Меня зовут Александр Грицай, я руководитель и основатель компании Forecast Now, и это проект Clearteam. Изначально у меня в голове была идея про то, чтобы сочетать две области попробовать. Это программирование, да, и биологию. Перенять что-то из природы, какие-то алгоритмы, паттерны поведения, и попробовать это облечь в код и, собственно, таким образом получить какой-то результат. Была такая идея фикс – создать свою версию 1.0 чего-либо с нуля. Но мы совершили большую ошибку, на самом деле. Мы просто на 8 месяцев заперлись в офисе и делали продукт, который, как потом оказалось, в таком виде никому не нужен. То есть мы прогнозировали спрос, но при этом всех интересовало, какой нужно сделать заказ. И тогда мы, собственно, кардинально сменили технологию с нейронных сетей на вероятностное прогнозирование. Мы даем не просто одно число будет продано 5 сникерсов, а мы говорим, с какой вероятностью, сколько штук может быть продано. Создаем цифровую копию потребления товара и много-много раз можем прогнать, как будто бы покупатели приходили бы в магазин и сколько бы они его покупали. И вот получаем 50-100 тысяч альтернативных реальностей, и по ним получаем, сколько покупателей вообще могут покупать и каким образом этот товар. От Калининграда до самого Дальнего Востока у нас очень географически разнообразные клиенты, начиная там от 10 магазинов и заканчивая 10-миллиардными оборотами дистрибьюторы Procter & Gamble, Nestlé, Campina, Danone, ну и так далее. Мы уже 48 обновлений выпустили больших глобальных. Сейчас она выполняет такое сквозное прогнозирование по всей цепочки, то есть если у тебя есть даже распределительный центр, региональные какие-то склады, потом магазины, и вот мы можем полностью всю эту цепочку за раз спрогнозировать и сказать, куда сколько товара должно поехать.